Всем привет! Зашла в парк, хочу найти место, присесть и поговорить, рассказать, что сейчас происходит в моей жизни вообще, что изменилось после того, как я вернулась в Ирландию. Ну вот, надеюсь, что найду где-то какое-нибудь укромное местечко, чтобы никто не мешал, не отвлекалась я. Смотрите, как тут какое-то уединение с природой. Интересные, смотрите, деревья. Сейчас хочу найти место и поговорить. Скамеечка. Ну, везде все занято. А, ну вот здесь вот какие-то столы. Слушайте, ну большой парк. Дорожки сделаны. Зеленый газон. Ну, такой приятный парк, ухоженный. Здесь уютненько. Ну, а там что такое? Так, сейчас приближу. Какой-то трон, стул. Видите, вот впереди. В общем, интересный такой парк. Буквально прошла тут минут 10 по нему, и мне он понравился. Так, вот здесь вот я присяду. Красавчик сидит. А ты молодец, слушается, послушный. Всегда уважаю хозяев, которые занимаются своими животными и которые любят своих животных. Вы посмотрите, ну вот какой, ну разве не счастлива собака здесь? Ну, конечно, счастливый пес. Вот он какой. Как он наблюдает. Вот как он наблюдает, посмотрите. Ай. А хозяйка ушла далеко-далеко. Вон хозяйка. Сидит, ждет, сидит. Вот, все, побежал. Ай-яй-яй, какой он классный. Так люблю животных, так люблю собак, что я не могу вам передать. Вот он опять бежит. В общем, друзья, хочу с вами поделиться своей радостью, своими достижениями, которые сейчас происходят в моей жизни. Дело в том, что я поступила учиться. Если бы мне еще кто-нибудь сказал полгода назад, когда я только сюда приехала, что ты будешь, не пройдет и года, и ты будешь учиться, я бы не поверила. Учиться в чужой стране, не на родном языке. Вы представляете? Но я, несмотря на какие-то вот эти все страхи, все-таки поступила и сейчас учусь в колледже.
В общем, начну с самого начала, как я поступила в колледж. Скажу сразу, все произошло настолько спонтанно, даже, наверное, не спонтанно, а все настолько произошло быстро, что я, знаете, как-то опомниться не успела, и мне сказали, ну все, вот учеба начинается. Весной я узнала от коллеги то, что можно заполнить онлайн-форму, подать документы и зарегистрироваться на учебу в колледж. Учиться нужно один год, и если по итогу курс заканчивается, я когда пришла сюда, не было никого. Сейчас тут с одной стороны, с другой стороны, в общем, народ собирается. По итогу, если вы заканчиваете этот курс, сдаете экзамены, то можно со следующего года подать документы на повышение квалификации, и там уже будет, там уже нужно учиться 2 года. Была информация, что учеба стоит 200 евро. 200 евро в год. Ну, 200 евро за учебу, даже если это только один год, разделите так: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май. 9 месяцев. Это получается, ну, ничего практически, да? В общем, окей, 200 евро, я согласна, подала документы. Через неделю мне приходит ответ на мою почту, что да, как бы мы рассматриваем ваше заявление и свяжемся с вами в течение там какого-то времени. Значит, в июне месяце приходит еще одно письмо на почту, то, что можете учиться, да. Единственное, что вы должны внести 30 евро. Ну, как-то окей, хорошо, 30 евро, так 30 евро. Оплатила этих 30 евро. Да, они мне прислали ответ, да, спасибо, все хорошо. Со мной параллельно подает документы моя подруга и коллега. Или я с ними параллельно подаю документы. В общем, неважно. Мы втроем подаем документы в этот колледж. И в сентябре месяце, в начале сентября месяца я еду на собеседование в этот колледж. Общие такие были какие-то базовая информация была. Как, что, где, я уже так особо не помню. И потом отправили нас на проходить тест английского языка. Вот тут, конечно, началось все самое интересное. Не буду вдаваться в подробности, все очень сложно было, довольно-таки непросто. Но сдала я этот тест, прошла. Учеба началась с 16 сентября, но я на тот момент была в Латвии. И, ну, так сложились обстоятельства, потому что я, когда покупала билеты, я не знала, буду я учиться, не буду учиться. В общем, знаете, это так все было на поверхности, так все было в подвешенном состоянии, что я не знала, как все сложится. И после того, как я вернулась уже обратно в Ирландию, я, честно, не знала, отчислили меня, не отчислили, понимаете, не было никакой информации про то, что осталось за мной место, не осталось. В итоге мы узнали, что учеба совершенно бесплатна, только заплатили 30 евро и все. И, понимаете, все сложилось вот таким вот наилучшим образом. Пока сидела, рассказывала, уже начинает темнеть. Так что хочу сказать, что учиться сложно. Чужая страна, чужой язык, дается очень много информации, и все так быстро, бегом, знаете, в таком темпе. Но мне нравится. Мне нравится, особенно когда проходит практика. Сейчас мы не проходим практику ни в каких салонах, мы практикуем друг на друге процедуры, какие-то мейкап, массаж, какие-то бьюти. Конечно, я была бы очень довольна, если я пройду до конца, если мне удастся сдать экзамены. Но опять же, я сама себе сказала, если не получится сдать
экзамены, если не получится получить диплом, все равно это, знаете, такой опыт, это повышение квалификации моего английского. В любом случае, это англоязычная аудитория, плюс новые профессиональные направления. Я, кстати, не сказала, что это за курс. Значит, курс включает массаж, электротерапия, ваксинг. Пока рассказывала, уже начинает темнеть. Конечно, это тяжело. Еще один такой момент, что когда я поступала, я думала, что ну, буду учиться 2-3 дня, остальное время... Нет, ну даже 2 дня буду учиться, остальное буду работать. Но не тут-то было. Посещение обязательно. Учеба проходит с понедельника по пятницу. И в основном учеба проходит с 9 утра и до 16 часов. Так что... Обязательное посещение. Они отмечают тех, кто не посещает, кто не приходит. Поэтому, не, ну, конечно, разные ситуации бывают. И там сейчас, знаете, такое время, очень многие болеют. И поэтому, что ты там больной, конечно, не пойдешь на учебу. В общем, главное предупредить куратора, если что-то случилось. Но так как я планировала изначально, буду... 2 дня учиться, остальное работать нет. Так не получилось у меня. Вот как-то так. Как-то так. Смотрите. Еще хотела сказать, что как-то надо чаще вот так вот выходить, потому что теряется навык, сложно записывать, записываю не с первого дубля. Чем реже снимаю видео, тем все сложнее и сложнее получается, поэтому не судите строго. Если что-то не так сказала или не так преподнесла, буду стараться чаще выходить, чаще рассказывать какие-то ситуации, какие-то истории про то, как здесь вообще.